Барнахон Худаёрова, главный редактор наманганской газеты «Мир права», оказалась в узбекской тюрьме после того, как выступила против произвола местной прокуратуры и налоговиков. По сообщению Озадли, Худаёрова в своем материале подвергла критике деятельность прокуратуры и налоговой инспекции одного из районов, которые, по ее утверждению, попирали права местного предпринимателя. После выхода статьи двое заведующих районными детскими садами по заказу правоохранительных органов подали в прокуратуру заявление, в котором обвинили ее в том, что она, пригрозив им написать разоблачительную статью о деятельности детских садов, получила от них взятку. Независимой журналистке, которая уже далеко не первая попавшая под репрессии в Узбекистане, теперь грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Вымогательство».